Да, газовой столицы добрался Всероссийский фестиваль красок и огней. Потусить возле солнечного отправилась и наша съемочная группа. Своим ярким настроением они поделятся с вами прямо сейчас. И пускай город, а вернее его часть, изменилась в цвете. Вгоняли в краску друг друга и площадку солнечного гостя фестиваля красок. Он помог газовой столице покраснеть, посинеть и одновременно позеленеть. Участники цветового шоу не боялись испачкать ни руки, ни лица, ни одежду. Мы даже передели с собой запасные вещи, взяли, чтобы нас пустили в такси. Мне нравится, что здесь можно развлекаться и друг друга кидать пищевыми красками. Очень здорово. Супер. Слышала раньше о таком празднике? Да, конечно. Просто не было возможности побывать. Жалко, портфель только, а в основном нет. Здорово, это настолько в счастье, в позитиве, в красках, во всех цветах радуги. Это здорово. Хорошее мероприятие, почаще вот такие. Гости однозначно яркого шоу с удовольствием вносили краски в жизнь друг друга. Под конец фестиваль Холли заиграл не только радужными цветами, но и попытался загореться разноцветными огнями. Продолжал белый новоуренгойский вечер фестиваль волшебных шаров. Это флешмоб света в сопровождении классической музыки, который должен был стать завораживающим и вдохновляющим хэппи-эндом. Говорят, что оно не актуально из-за белых ночей. Но, в принципе, та идея, что объединяет людей, просто собраться вместе, сделать какую-нибудь интересную вещь, почему бы и нет. Единственное, что, может быть, будет пасмурно и будут действительно видны эти фонари. Ну или хотя бы просто запустить в небо какие-то свои пожелания. Пусть завораживающего волшебного света оказалось не так много, и он не был таким ярким, гости этой площадки и не думали расстраиваться. Ведь под занавес вечера нехватку темноты с лихвой компенсировал музыкальный подарок – живое выступление местных талантливых музыкантов. Таким ярким, светлым и музыкальным был этот вечер. Но вместе с гостями фестиваля его провели Лала Гасанова и Феликс Расихин. Телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.